Сейчас ребенок находится в больнице. По уверению врачей, здоровье малыша ничто не угрожает. Его состояние удовлетворительное. Но в случае такого заболевания, как грипп H1N1, требуется наблюдение. Именно поэтому мальчика пока не выписывают. Стоит добавить, ни ребенок, ни его родители от гриппа не прививались. Санитарная служба уведомляет, что эпидситуация в республике пока не внушает опасений. Для профилактики доктора советуют употреблять как можно больше лука, чеснока и фруктов с высоким содержанием витамина С. Детям лучше всего в период эпидподъема не посещать массовые мероприятия, носить маску.